В Москве открывается традиционная международная выставка туризма и индустрии гостеприимства МИД-2024, на которой представлена и наша страна. Экспозиция, в которой участвует Азербайджанское агентство по туризму, считается ведущей туристической платформой в России и на пространстве СНГ. По словам организаторов, участие на МИД – это возможность живого контакта с туристическими агентствами и туроператорами из российских регионов и стран мира. В рамках выставки делегация нашей страны, представленная азербайджанским стендом, проведет ряд встреч с целью демонстрации широкой аудитории национального туристического потенциала, а также увеличения объемов и расширения географии продаж. Российский туристический рынок является приоритетным для Азербайджана. Именно граждане России находятся на первом месте по статистике среди иностранных граждан, посещающих Азербайджан. Так, в прошлом году с 40% ростом Азербайджан посетило более 650 тысяч граждан России. И для россиян Азербайджан является наиболее приоритетным направлением. В прошлом году наибольшее количество путешествий россияне совершали именно в Азербайджан. Мы в этом году планируем в России открыть туристическое представительство Азербайджана. На днях мы подписали с правительством России дорожную карту, охватывающую 2022-2026 годы. На ближайшие три года у нас есть детальный план, охватывающий и обмен информацией, обмен опытом, сотрудничество в сфере инвестиций между отелями, туристическими организациями, в сфере образования, повышения квалификации кадров и так далее. Очень детальный план. Мы думаем, что на этой выставке мы с партнерами как и из бизнеса России, так и с правительственными структурами более детально обсудим наши планы, чтобы в ближайшие три года двигаться по дорожной карте.